Привет, меня зовут Полина, и это видеоинструкция для игры «Тур-культур» от банды умников. В игре дети знакомятся с новыми понятиями и запоминают, где находится тот или иной географический объект, а где обитают разные виды животных, где творил великий ученый или поэт. Давайте заглянем внутрь коробки. 180 карт с терминами, иллюстрированные правила и глоссарий с подробным описанием всех терминов. Но самое главное – это огромное двустороннее игровое поле. На каждой карте по два термина. Верхний есть на обоих полях, нижний – только на сложном поле. Во время игры на простом поле смотрим только сюда, на верхний термин с цветным изображением. А при игре на черно-белом поле нам понадобятся оба термина. Перед началом игры уберите из колоды карты с терминами, которые дети еще не знают. Постепенно вводите эти карты в игру, объясняя их значение детям. Первый вариант игры называется «Быстрее всех». Он идеально подходит для знакомства детей с новыми понятиями. Цель игры – быстрее всех найти и показать на поле объект, изображенный на карте. Первый игрок переворачивает верхнюю карту из колоды и кладет ее так, чтобы все игроки одновременно увидели, что на ней изображено. Все игроки наперегонки ищут объект на игровом поле. Кто первый нашел и показал нужную картинку на поле, забирает карточку с этой картинкой в качестве добычи. Перед началом игры договоритесь, кому достанется карта, если сразу несколько игроков одновременно указали на нужный объект. Например, можно разыграть ее на камень, ножницы, бумага. Или давать очко сразу всем игрокам, нашедшим картинку. Для этого запаситесь фишками или монетками, которые будут приравниваться к карте добычи. Следующий по часовой стрелке игрок переворачивает новую карту. Но если мы играем на сложном поле, то перед тем, как перевернуть карту, игрок заранее сообщает, какой объект он будет разыгрывать, верхний или нижний. А можно сделать еще сложнее. Искать не одну из двух картинок, а сразу обе. Кто первый нашел и показал их на игровом поле, тот и забирает карточку в качестве добычи. А побеждает тот, кто первым набрал 15 карт. Второй вариант игры называется «Аллигатор». Он похож на знаменитую игру «Крокодил», но объяснять термины придется не только жестами. В игре нужно набрать больше всех карт. Для этого нужно понятно объяснять термины другим игрокам при помощи жестов или слов. Игру начинает самый старший игрок. Он берет верхнюю карту из колоды, никому ее не показывая. Смотрит на рубашку следующей карты в колоде. На ней есть значок, который определяет, каким способом нужно объяснить термин – словами или жестами. Далее он выбирает один из двух терминов на карте и объясняет его указанным способом. Если игра ведется на простом цветном поле, игрок сразу объясняет термин с цветным рисунком. Запрещено называть, что именно изображено на картинке, и описывать расположение объекта относительно других объектов на игровом поле. Например, такое объяснение не будет засчитано. Зверь ест палочками рис рядом с китайской стеной. Все остальные игроки пытаются угадать слово и найти объект на карте. Кто первый верно указал на объект, забирает карту себе в добычу. При этом у каждого игрока только одна попытка указать на объект. Если игрок ошибся, он вступает в борьбу только когда ход перейдет к следующему игроку. Побеждает тот, кто первым набрал 15 карт. И это все правила. Веселых вам путешествий! Пока!